Всем привет, с вами Боссом22, и сегодня я уже записываю свой четвертый по счету видеоурок, и сегодня я вам расскажу о том, как пользоваться программой Fraps. Думаю, многие уже знают эту программу и знают, как ей пользоваться, но все-таки мне уже в личные сообщения несколько запросов пришло, чтобы сделать этот видеоурок, ну и я его сейчас делаю. Собственно, что нам нужно сделать вначале? Для начала нам нужно скачать сам Fraps. Главное, качайте его, если вы хотите снимать видео длиной более 30 секунд, качайте крякнутый Fraps, ну или взломанный по-другому. В общем, не простой, а взломанный. С сайта какого я сейчас точно уже не могу сказать, ну на торрентах поищите, да и вообще в гугле. Потому что я сам уже очень давно качал, я постараюсь в описании кинуть ссылку на него, как скачать. Но не знаю, получится или нет, ну, в общем я постараюсь. Итак, начнем. Для начала, вот, после того, как установили, запускаем Fraps. У нас появляется вот такое вот квадратное окошко. Сейчас будем проводить настройки. Они у меня уже здесь стоят, но я расскажу. В общем, здесь вы должны поставить все галочки, которые у меня стоят, все три галочки, на надписи, рядом с надписью Fraps Window Always On Top, Monitor Aero Desktop, DVM, Minimize to System Tray Only. В общем, на первой, средней и двух последних. Так, переходим к разделу в FPS. Здесь жмем, вот видим здесь такое черное окошко. Это показывает, где у вас будут находиться такие цифры, которые показывают количество FPS. Вы можете выбрать абсолютно любое, ну, как вам удобнее. Ну, собственно, я выбрал это в левом верхнем углу. Так, здесь никаких настроек не надо вообще проводить. Здесь уже изначально они есть во всем Фрапсе. Так, переходим в следующий раздел, Movies. Так, видим полоску с надписью у меня, в моем случае, G-Fraps. Это место, куда будут сохраняться ваши видео после записи. Вы можете его сами вот здесь настроить, вот, например. Вот, допустим, компьютер, локальный диск G, ну и Fraps. Окей, жмем и все, вот у вас появляется. Далее, в полоске Video Capture Hotkey выбираете кнопку, которая будет означать начало записи вашего видео. В моем случае F9, ну и в большинстве других случаев. Далее, идет надпись Video Capture Settings. Здесь выбираете количество FPS и экран, ну, разрешение. Ставьте галочку напротив Full Size. И вот здесь самое последнее окошко, где FPS, 29.97. Здесь ставьте галочку. Далее, Sound Capture Settings. Здесь ставим галочку рядом с Record to Win Sound. Это, собственно, будет Fraps, ну вообще, как хотите, можете и не ставить. Это означает, что Fraps будет записывать еще ваш голос. Если вам не нужно это, то вы просто убираете отсюда галочку и все. Далее, здесь вы выбираете качество звука. Так, в принципе, здесь в этом окошке все. Далее, ставите галочки напротив надписей Don't Silence Audio and Video и Force Lossless RGB Capture, maybe slower. Все, здесь больше ничего не делаем. Переходим во вкладку Screenshots. Здесь выбираем, опять же, местоположение, куда будут сохраняться ваши скриншоты. Далее, Screen Capture Hotkey. Это клавиша, на которую будут задаваться ваши скриншоты. В моем случае это F10. И формат, в котором они будут сохраняться. Собственно, здесь больше никаких галочек не надо ставить. Ну, и не надо ставить. Далее, если вам что-то еще надо, ну, в интернете можете посмотреть или на сайте разработчиков, нажав кнопку Help. Вот я нажал, и у меня переходит на официальный сайт Fraps. Собственно, его здесь даже купить можно, но не надо этого делать. Просто деньги впустую потратите, лучше купите. Вот, не знаю, видно сейчас или нет, у меня здесь такие циферки. Они у меня, ну, вот так как-то расплываются, когда я в интернете. Ну, в общем, и здесь и тоже все подробно объяснено.
Как что делать? Правда, на английском. Ну, в принципе, кто хочет, ну, тот переведет. Так. Ну, в принципе, на этом все. Урок окончен. Надеюсь, я все ясно изъяснил. Всем спасибо за внимание. С вами был Боцман22. Спасибо, что подписываетесь на меня. Также продолжайте на меня подписываться, смотрите мои видео, ставьте лайки, комментируйте, отправляйте своим друзьям. В общем, еще раз спасибо за просмотр, всем удачи и пока.